Катерина Майор, голова громадського об'єднання Миколаївська обласна центральна спілка німців і німецької молоді «Відергебурт». Її сім'я у спільноті німців Миколаєва з 1994 року. Вже протягом 7 років бере активну участь в організації роботи спілки. Життєва позиція – кожен здатен зробити наш світ кращим. І ще хочу представити нашого гостя Андрій Криворучко, директор дитячої музичної школи номер 8, директор концерту 25-річчя «Відергебурт» та керівник музичного гурту «Байор». Скільки регалій, скільки посад, доброго ранку, вітаю вас у нашій ранковій студії. Отож, є про що поговорити. По-перше, будемо говорити про те, що вже 17 листопада буде масштабний концерт. Який саме, розказуйте. Всех приглашаем на все мероприятие 17 числа. Приходите в Дом творчества учащихся города Николаева, Адмиральская, 31/1. В 4 часа у нас начало встречи, пройдет выставка, посвященная истории нашему обществу, нашего общества. Будет экспозиция картин Константина Швецова. И можем в теплом кругу пообщаться. Приглашаются, как и учасники нашого общества, так і всі жителі міста. Так, це буде концерт до 25-річчя, да? От більш детально розкажіть, будь ласка, про нього. Да, починається все з виставки, а на 5 часов приглашаємо на концерт. В концерті участвують колективи нашого міста. З нами режисер мероприятия Андрей Борисович Криворучко. Мы сотрудничаем с ним уже давно, и основная программа на нем. Как также началась ваша співпраця? От, як ви знайшли одне одного? Тому що от кажуть, от який тандем знайдеш, от так далі воно все буде потім вдаватися, будуть гарні позитивні результати. Ваша історія знайомства, співпраці. Я випускниця школи, в которой Андрей Борисович директор, детская музыкальная школа номер 8. Да, и поскольку мне эта школа очень близка, и к музыке я неравнодушна. Вот так и начали сотрудничество. Я пригласила однажды на центр, на открытие центра немецкой молодежи, который сейчас базируется с 2014 года в Черноморском национальном университете Петра Могилы. И на открытие центра мы начали вот такое совместное сотрудничество. Концерт буде, так, концерт буде масштабний, ви є його режисером. Розкажіть дещо про закулісся, про цікавинки і більш детально про те, що можуть побачити наші миколаївці на концерті. Доброго ранку всім. Ми постарались зробити концерт таким образом, щоб в ньому були представлені, була німецька культура представлена, скажімо так, во всіх її епохах. Починаючи від класики, Йоганн Себастьян Бах, Йоганнес Брамс, Телеман, то есть это то, что и собой представляет старинная музыка, классицизм, романтизм даже. Вот. И включили даже музыку, которая вот уже ближе к 20 веку, это и джазовые композиции, рок-музыка даже, группа Scorpions, композиция определенно в какой-то такой необычной даже джазовой обработке, поп-рок музыка, есть коллектив Петера Фендерталера, Fool's Garden современная, то есть которая, и таким образом, в общем, как бы мы представляем ее, эту культуру, эту музыку в наиболее таком широком вот спектре. Ну, в общем-то, как бы есть чем похвалиться, поэтому я думаю, что это будет приятно, интересно слушателям получить удовольствие от услышанного и увиденного. И приятно, и корисно, я знаю, что и мове будет присвячено певний проміжок, да, что можно будет реєструватись, придбати книжку. Розкажіть про ці деталі, будь ласка. Пройдет конкурс. Любой из участников, который желает узнать больше о немецкой культуре, конечно, мы хотим мотивировать изучать немецкий, потому что язык любой культуры – это всегда ключ к этой культуре. Мы представляем немецкую культуру, хотим показать ее красоту, музыку. Будут звучать и стихи со сцены, будут звучать и песни, и на немецком. Поэтому хочется верить, что этот концерт может мотивировать в дальнейшем изучать немецкий. Любой регистрируется и уже на, как лотерея удачи, на сцене этого же концерта будут представлены имена из списка зарегистрированных участников, и каждый может получить пакет
Три чоловіка отримують пакет учебників німецького язика. Для того, щоб вивчати німецьку мову. Тобто воно це буде корисно і новачкам, і тим, хто вже знається на мові, правильно? От там буде саме така інформація знаходитися в цих підручниках, так? Да, я сама по призову преподаватель німецького, і я підберу літературу, яка рекомендується для якісного вивчення німецького. Цей концерт буде в рамках фестивалю міжнародного, да, «Всі ми діти твої України» і «Днів німецької культури в Миколаєві». Розкажіть, як проходять ці дні німецької культури в Миколаєві, зокрема в Миколаївській області, які, може, події відбуваються, які заходи ви створюєте для того, щоб ми більш знайомилися з німецькою культурою? 2017-2018 рік німецької мови в Україні. В цей учебний рік по всій території України проходять мероприятия. В Миколаївській області не исключение. А на базі бібліотек, на базі університетів проходили і проходять мероприятия, посвященные этой теме. Наше общество не исключение, мы принимаем участие в рекламе немецкого языка у нас в городе. І надіємося, що наше мероприятие горожанам буде близько к серцю. Ну, от ви офіційно запрошуєте миколаївців на концерт, я хочу запросити вас до нас в рубрику «Слово дня» для того, щоб ми разом із вами вивчили німецьку мову. Андрій, основне запитання до вас. Скільки часу займає підготовка до такого роду масштабних концертів? І, може, якісь нюанси цікаві, про які ви нам можете розповісти сьогодні? Тому що, ну, є вони, да, у творчих людей це 100%. Безусловно, есть. Мы, как вот Катерина уже сказала, да, мы сотрудничаем, ну, уже несколько лет, наверное, больше 3-4 года. Вот, и... Вибачте, в чому полягається співпраця? От сьогодні ви готуєте концерт. Що було до цього? До этого были мероприятия, посвященные, например, или Дню Матери, или еще каким-то праздникам, которые проводило общество Видергебурт. Вот. И музыкальная школа, ученики, преподаватели, они принимали непосредственное участие как именно артисты. Как артисты. То есть для нас это своего рода как бы взаимопроникновение культур и общение. Общение. Дети узнают немецкую культуру, они учатся себя проявлять, реализовывать на сцене. Вот. И таким образом, то есть мы готовим программу, мы понимаем, что, например, вот есть такой вот концерт, да, дети готовятся, они, для них это немножечко другой формат самореализации, скажем так. Да, это не просто вот как вот они в школе выходят, сдают экзамены там на сцене, там, академ концерт, тогда, да, что иногда может носить такой слегка, ну, не то чтобы формальный характер, но где-то такой вот суховатый. А это возможность их, никто с одной стороны не ставит плохие оценки, не говорит, никто что там ты, не пожурит, да, что-то не так, что, да? Да, а тем не менее, как бы, дает возможность выйти во взрослую жизнь. Вот, то, как это будет в реальности. И наше сотрудничество в этом и заключается, что мы попытаемся подбирать, что есть в немецкой культуре на сегодняшний день такое, что было бы интересно сегодня слушать. Слушателю, обычному, рядовому, нашим николаевцам, гостям. То есть на наших... Чтобы зацікавити кожного, правильно? Звичайно, да, так, конечно же. То есть мы приглашаем и родителей, мы приглашаем членов общества немецкого, всех, кому интересно творчество. Вот мне иногда говорят, что, допустим, о, вы будете выступать, у вас что-то там вот немецкое, а вот вы могли бы вот сыграть вот такую-то композицию, вот это. То есть люди начинают понимать, начинают себя искать, начинают думать о том, а что бы можно было... интересоваться, скажем так, этой культурой. То есть, вот, умеешь, да, то есть, вот, собственно говоря, с одной стороны, мы как бы выступаем, да, дети выступают, хотя у нас как бы есть еще и художественное отделение, которое тоже как бы и рисуют дети, вот, но, тем не менее, главное, то есть они реализуются и подогревают интерес к этой культуре. Вот, собственно говоря, вот так оно и заключается. А что до экспозиции картин Костянтина Швецова, чему саме ці картини ми можемо побачити на концерті? От відібрані саме ці вони були. Константин Швецов уже тоже на протяжении многих лет у нас в обществе. Он уже представлял свои картины, и мы проводили презентации. Но поскольку у нас юбилей 25 лет, да, это немало, хочется, чтобы люди, которые с нами работают, они могли работать с нами и далее. Эти картины показывают разную тематику. Это и портреты, и пейзажи. Я думаю, что многие уже видели эти картины на фестивале «Дружбы» у нас в сентябре, и были представлены
его работы. Есть картина, посвященная архитектурному ансамблю у нас в Николаевской области. Было у нас поселение немцев Карлсруэ, а сейчас село Степовое. И он нарисовал церковь, которая существует и сегодня. К сожалению, ансамбль уже разрушается, нет средств на восстановление. Хотелось бы видеть, конечно, это здание восстановленным. Но он увенчал это в памяти по открыткам, восстановил это здание в изображении, то, как оно выглядело еще в 19 и начале 20 века. На жаль, дуже швидко плине час. Давайте підрозуміємо нашу розмову. Наостанок, ще раз запросіть усіх миколаївців і гостей міста на ваш концерт. Коли, де і оскільки? Будь ласка, ваша перша кава. Приходите в суботу, 17 ноября. 4 часа починається виставка. На 5 часов концерт. З 5 до 7 ми вас погрузимо в мир німецького творчества, культури, музики. Я вам щиро дякую. Я думаю, що вже йдуть такі останні підготовки, найемоційніші дні. Напевно, що буде ще генеральна репетиція у вас. Звісно. Так, я вам бажаю успіху. Нагадаю, що в нашій ранковій студії був Андрій Криворучко, режисер концерту, про який ми щойно говорили, директор музичної школи номер 8 та керівник музичного гурту «Байорни», безумовно, Катерина Майер, голова молодіжно-німецької спілки «Відер Гебурт». Буде цікаво, як я вже надихнулася, отож долучайтеся, приходьте.